Всем привет. У меня утро. Почти 9 утра. У меня сегодня выходной, но я иду на собрание. Такой вот кофе. На улице погодка. Не очень. Но оделся я, как будто бы у меня уже весна. Но, не знаю, у меня какая-то... Везет меня на собрание. Что они практически всегда мой выходной. На прошлой работе ни одного собрания, одно может быть было или два максимум, которое было не в мой выходной, все остальные можно. Я понял, что я, видимо, перенес эту привычку с собой сюда. Благо, это дает повод встать рано и провести день активнее. Все. Иду, опаздываю немного. Всем хорошего дня. Ребят,
Я тут на патриках, знаете ли, хожу после собрания. Хочу зайти в август, дать свое кольцо, чтобы его покрыли родием. Потому что я уже якобы, не знаю, полгода, наверное, хочу это сделать, и все никак не получается. Вот, тут решил, схожу все-таки, тем более рядом с работой, почему бы и нет. Вот, они открываются с 11, мне еще 20 минут нужно что-то делать. Такие вот планы. На улице холодно, поэтому гулять желание ноль. А я как бы одет не особо в погоде. Думал зайти в какой-нибудь магаз со шмотками, но все открываются тут с 11, знаете, работать никто не хочет. Поэтому придется просто ходить. И вообще просто уже по-весеннему. Думаю снять какой-нибудь рилс для патриков, да? Но... не знаю. Было в планах еще поехать в ТЦ. Посмотреть, короче, телевизор. Там один выбрали, но он был последний. И я только что зашел, и походу его купили. Поэтому план меняется. Что вот это вот? Можно узнать. Какие-то... Нет, ребят, на улице пошел снег. Внимание, я. Блин, в штанах, в тонких кроссовках, в майке, в рубашке и в бомбере. Кайф. Снял рилс. Очень неудобно одному, но поставил телефон. Тут даже было куда. Просто походил. Рилс готов. Осталось монтировать. Еще людей не было. С утра надо снимать, значит, чтобы не было людей. Все, короче, я уже замерз. Время практически 11, иду в август. Такая красота у нас тут. Лампочки еще до сих пор. Все, колечко свое сдал. Теперь 3 недели буду без него грустить. А я ношу его постоянно. Я меняю обычно всякие кольца, у меня местами, но его ношу всегда. Я его обожаю. Вот. Может, надо было сережку тоже сдать. Но она новее, чем кольцо. Хотя нет, не намного. Ну, она еще выглядит более-менее. Вот, ну, короче, сдал. Посмотрел еще немножко там. Опять захотелось чего-нибудь. Обычно. Какая красота. Вот сейчас поеду домой. Немножко погрелся. Все. На этом. Такое активное утро. Сейчас весь день буду просто нихера не делать. И у меня всего лишь 11 утра, чтобы вы понимали. Обычно я встаю только в 12 час выходные. А тут как бы уже, знаете ли, поактивнее, чем много всего сделал. Ну как много. Просто ходил на собрание и сдал кольцо. Для женщин. Ну, ты сильно, наверное. Ребят,
звонил курьер, такой: солнышко на улице вышло, сейчас привезут телевизор. Купили телевизор, буду делать распаковку вам, и будем смотреть Гарри Поттера. Я уже давно хочу посмотреть, что-то как-то в новогодние, не помню, что мы смотрели, обычно тогда смотрим, ну, как и все. Но что-то не смотрели, а тут у нас не было телевизора большого, только на кухне вот маленький, но как-то не привлекает, да. Вот, купили, и я жду. Буду смотреть на нем YouTube, буду смотреть телевизор, ну, в смысле, фильмы там. Хотя фильмы не особо смотрю, но YouTube постоянно. И на прошлой квартире у нас был телевизор, и мы там смотрели постоянно на нем YouTube. Я очень привык, и на телефоне вообще мне уже не нравится просто. Вот, поэтому сейчас привезут, будем делать с вами распаковку, ну, ставить его, понятное дело, и все. Просто меня не ищите. Вот, так что жду курьера. Витя даже очки надел, чтобы все видеть хорошо. Ну, что-то разгулялось, да, погоду. Даже выйти захотелось. Но нет, меня не проведешь этим вашим солнцем. Все. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across. Вот такой вот телевизор. 50 дюймов, 4K, все дела. I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Никакие. Не вызывает доверия, когда это я знаю. Надо снять вот эту. И на лицо встала. Ребят, всем привет. Я решил наконец-то доснять этот влог с последнего кадра, который у вас был секунду назад. У меня прошло уже, не знаю, наверное, неделя. И я все никак не мог собраться. Ну, вообще, я снимал не потому, что я не мог собраться, а потому что просто не хотел. Да, будем откровенными. Сегодня, точнее, вчера ночью я до 3 часов чистил галерею, потому что у меня памяти уже просто там с последних сил хватает. Я вообще собрался есть, но что-то решил снять, и, короче, пока быстренько расскажу и пойду есть. Вот, просто удалил там до хера всего, то, что мне, в принципе-то, и не нужно, ну, типа, там, фотка еды, моя любимая, не знаю, фотки чего-то, каких-то деталей, ну, я давно не чистил галерею, потому что, ну, как-то не было необходимости, сейчас из-за влогов мне не хватает памяти, да, и я решил, что нужно почистить, и удалил где-то 800-900 файлов. Там фото и видео, видео около 200, наверное, штук. То есть видео реально занимает очень много. Я решил опять снять на заднюю камеру, да, постоянно это пытаюсь сделать, но не знаю, нормально это выглядит или нет. На улице пока светло еще, но очень пасмурно.
Короче, суть-то в чем? В том, что я удалял всякие файлы и, естественно, просматривал. Понял, что я очень сильно соскучился по Екатеринбургу. Кто, если вдруг не знает, да, как бы, то мы там жили до переезда в Москву 2 года. Вот. До этого мы жили в Тагиле, сам я из Качканара, это, короче, неважно где, кому надо, тот посмотрит, ну, я не знаю, как объяснить. Просто, ну, многие люди не знают, где это, особенно в Москве. Да, это просто Свердловская область. Понял, что я скучаю, хотя очень странно для меня, потому что я легко отпускаю места, людей, знаете ли, и город, в котором я... В принципе, родился и прожил 20 лет, я вообще не люблю. Ну, то есть, я не скучаю по нему и не хочу туда вернуться, и вообще готов никогда в жизни туда не приезжать, если честно, да. Ну, как бы, если бы мои родные были рядом со мной. Когда я туда приезжаю, у меня сразу какие-то флешбеки, не знаю, какого-то детства. Хотя я не скажу, что у меня было какое-то плохое детство, нет. Но просто я не люблю окунаться в это все. И я считаю, что, может быть, это грубо сказано, но люди, которые там живут, я имею в виду какую-то молодежь, даже не знаю, как правильно сказать. Просто я смотрю на это и не хочу так. Вот, наверное, это правильно. И поэтому я не люблю туда возвращаться, не люблю старые какие-то свои знакомства, вообще прошлую какую-то жизнь, да, для меня, как это звучит. Все, что было до Екатеринбурга, для меня прошлая жизнь, реально. Потому что, ну, я это все не люблю. Не хочу возвращаться, не хочу приезжать, не хочу увидеть. Все. Закрываем барьер, шторы. Для меня это странно, но поразмыслив, я пришел к такой мысли, что, скорее всего, это не именно грусть по городу, хотя... Вообще, я всю свою жизнь никогда не хотел переезжать, ну, типа, жить в Екатеринбурге. Я думал, что, типа, блин, туда все едут, ну, кто из Свердловской области в основном, да, все едут туда жить, потому что это, как бы, считается, как это называется? Короче, неважно. Я никогда туда не хотел, но вот как-то, видимо, судьба туда привела, да, и я его полюбил. Короче, блядь, мысли вообще разлетаются, просто я ничего не понимаю в этой жизни. Я все это рассказывал в сторис, но сокращенно, да, в своем инстаграм, да, вот здесь где-нибудь его прикреплю, заходите обязательно. Я там в последнее время не так часто, но все равно стараюсь хоть что-то делать. Сейчас вот решил повыкладывать рилсы, как раз потому что чистил галерею, нашел очень много видео, которые, в принципе, ну, неплохие, да, и там... Почему бы их не выложить, потому что они просто лежат, все-таки снимались как-то, да, и вот решил каждый день теперь выставлять рилс. Ну, там, наверное, дней на 10 хватит, ну, там посмотрим, если что-то новое будет, то продолжу, если нет, то извините. Я понял, что это скучание не именно по городу, а по тому периоду жизни, по людям, которые появились, да, там, новые знакомства, на самом деле их появилось много, больше, мне кажется, чем за жизнь до Екатеринбурга, то есть каких-то таких людей у меня не было в окружении, и как-то я привык к городу и не чувствовал в этом городе, в Екатеринбурге, я сейчас про него, не чувствовал себя приезжим, то есть я чувствовал себя, ну, дома, и я мог спокойно куда-то пойти, не знаю, знал, куда я могу пойти, да, где там взять, не знаю, элементарно кофе, там, куда-то зайти, посмотреть что-то, ну, то есть какие-то такие моменты. И за эти 2 года все так произошло, что я начал чувствовать себя там реально хорошо, только последние, наверное, вот эти 1.5 года до нашего отъезда. Вообще, я не знаю, как у кого, и не буду говорить тоже за Катю, да, говорю только за себя. То, что мы в какой-то период времени, как раз когда были... А, вот, я еще что хотел сказать, то, что я скучал, скучаю только по одному лишь городу, это Пачинду, с Китая, в котором мы жили,
И то, почему я подумал про Екатеринбург, о том, что я скучаю именно не по городу, а по тому периоду жизни, потому что в своей голове я давно уже разобрал тот момент, что я скучаю по Китаю не как по Китаю, а именно по периоду этому жизни, который у меня был. И я долго думал, что я скучаю именно по городу. Но нет. Ну, как бы, город я тоже люблю, да, но, скорее всего, это просто период жизни. И с Екатеринбургом то же самое. Но и город я также люблю. То есть мне нравится реально этот город, но просто я не видел себя там. Жить всю жизнь, допустим, в этом городе. То есть для меня это просто был перевалочный какой-то пункт. И я все время говорил, и на данный момент считаю так, что если я буду жить в России всю жизнь, то это только Москва. Потому что другой никакой город я никогда не рассматривал. Поэтому для меня это все были просто перевалочные пункты для того, чтобы дойти до чего-то. До Москвы. Да. Вот мы до нее дошли. О чем я вообще говорил? Блять, я просто не могу. Говорю сейчас за себя. Момент, когда мы были в Китае, и когда мы оттуда улетели, прилетели обратно в Россию, и где-то примерно почти год этот период длился, когда мы вообще не работали, тогда был карантин. И вот это все, и мы как-то находились друг с другом 24 на 7, и нам это ок, там друг другу не надоедали и все такое. И, то есть мы настолько привыкли к этому, что потом было сложно существовать отдельно. Потом мы начали работать, проводить не столько много времени вместе, но все равно вот эта вот отдельная жизнь, грубо говоря, да, она не получалась. Только все вроде бы начало получаться, происходить, то есть вот эти последние полгода, наверное, то есть я научился плюс-минус отдельно куда-то там выйти, не знаю, съездить, сходить, были знакомы, работа, которая, в принципе, мне нравилась, да, несмотря там на всякие какие-то моменты, была интересна как минимум, и мы все так быстро перечеркнули и просто уехали опять в другой город, в котором нет знакомых, я не знаю, куда тут выйти. То есть тут много всего, естественно, но из-за такого изобилия, так сказать, очень сложно определиться. И опять мы, ну, типа, в другом городе. Первый месяц примерно мы, наверное, вообще практически не находились дома. У нас как-то были все какие-то моменты, дела, ну, понятно, переезд. Но вот этот месяц, март сейчас, да, напомню, мы уже 2 месяца в Москве, понимаете? Ну, то есть этот месяц у нас вообще нет совместных выходных практически, где-то их 3 всего. 2 были в начале месяца и 1 будет в конце. То есть все остальные выходные у меня и у Кати, они раздельные. И я в эти дни вообще не могу ничего делать. Ну, то есть я не могу никуда выйти. Я не хочу ничего делать. Если подумать, очень сложно. Потому что от этого нужно избавляться. Это созависимость, которая как будто бы устраивает нас обоих, но в то же время мешает жить, мешает для, ну, делать что-то еще, не знаю, как-то двигаться. По отдельности, что ли, это не значит, что нужно, там, не знаю, отдаляться друг от друга, но, короче, ты находишься не в гармонии с самим собой. Я вчера еще хотел выйти куда-то прогуляться, я не знаю, съездить куда-то, сходить. Ну, типа, хоть что-то поделать, не просто сидеть дома. И я за весь день не смог себя заставить вообще куда-либо выйти. А вот сегодня я такой, все, я точно пойду, я точно поеду, и мне очень сложно это дается. То есть я пытаюсь сделать все, лишь бы не успеть куда-нибудь выйти, лишь бы такой, ой, я не успел, ой, хотя не особо какими-то делами тут занимаюсь, но что-то там делаю, да, ну, короче. Еще у нас появился телевизор, и из-за этого я такой думаю, а, посмотрю телевизор, зачем мне вообще куда-то выходить? Прошло 2 месяца, и я вообще не видел, ну, грубо говоря, Москвы, как по мне, и я так хотел жить именно здесь. Но сейчас я просто такой, ну вот, мы переехали, я живу, я работаю, все. И типа ничего не происходит. Короче, не знаю, это какая-то депрессия,
Ну, даже не депрессия, потому что это все-таки медицинские, да, показатели, это болезнь, так скажем. Ну, какая-то апатия, нежелание чего-то делать, работа эта, которая не совсем удовлетворяет все мои потребности. И, наверное, я начал в этом плане себя немножко начинать слышать, что мне не нравится, но я не могу с этим ничего все равно поделать в данный момент времени. Все как-то накопилось, это все как-то насело на меня, и не хочется себя загонять в эти какие-то депрессивные состояния, но очень сложно выйти. Еще когда тебе сложно одному, сука, выйти просто на улицу. Типа я не знаю, как с этим бороться. Здесь могла бы быть реклама психолога, да, какого-нибудь, или сервиса, все мы знаем какого. Могла бы быть здесь реклама, но нет. Я просто включился поболтать, просто сказать о том, что вот такие вот мысли меня посетили. По поводу того, что я скучаю по Екатеринбургу, естественно, я не хочу туда вернуться. Но просто вот момент того, что там только начало все налаживаться в плане круга общения, в плане ощущения себя в самом городе, как мы переехали сюда, и здесь, естественно, я чувствую себя приезжим. Ну, я и есть приезжим, да. В общем, сегодня я хочу съездить в один магазин, да, в один бренд, который мне очень нравится, просто съездить, просто посмотреть, потому что я давно хочу, в принципе, почему нет? И как это развеется, не знаю, выйти наконец-то из дома, выйти в световой день не получается. Но как бы ничего страшного. Может быть, что-нибудь поснимаю там. Ну, буду там мерить красивенько, что-нибудь вам поснимаю. Едем в этот магазинчик. А там посмотрим, что дальше. Может быть, просто погуляю, похожу по городу. Даже элементарно походить одному по городу, блядь, тяжело. Типа, я не понимаю, как люди ходят, гуляют одни. Это же скучно. Приятного дальнейшего вам просмотра. Я надеюсь, что я закончу этот влог уже сегодня, но доснимаю что-то, потому что я не могу из себя выдавить дальше, а закончить его нужно. В итоге вот.
Не скажу, что мне это супер нравится, но уже как бы не было сил. Надел в 0 градусов, даже плюс, по-моему, на улице, бомбер, в котором ходил минус 35, и флисовый свитшот. Такая вот красота. Ой, ребят, сходил я, короче, в черным-черно, я вам уже показал. Было очень волнительно, потому что я обычно не хожу вот так вот один. А тут еще как шоурум такой небольшой, хотя я ожидал, что тут большой магазин. Но мне понравилось. Очень классно. А девушка еще такая: вы луки будете снимать? Я такой думаю: ну да. Ну, типа, как будто я такой обзорщик прям. Но нет. Все, сейчас пойду прогуляюсь. И все. Ребят, на улице дождь. Я вышел и офигел. Мне еще час гулять. Я сейчас пойду до Кати, до работы. Решил прогуляться, и на улице дождь. Но меня это не останавливает, потому что я уже вышел. И буду гулять под дождем. Дождливая Москва вам. Наконец-то не снежная. Я сейчас иду за Катей, рядом с Красной площадью, между прочим. Вот там вот. И потом уже мы поедем домой. Ну и все. Надеюсь, сильно промокну. Все, всем пока. Целую, люблю. В общем, ладно. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне очень приятно и нужна ваша активность. Я старался как-то сделать более активнее этот влог, надеюсь, у меня получилось. Ну все, теперь точно пока. Все, целую, люблю.